Ты меня ждала, ужин на двоих, посреди стола, дело рук твоих, глянцевый фарфор, разнарядье блюд, разбежался взор, так немногих ждут, рыба на углях, запечен миньон и огонь в глазах. Боже, я сражен, красное шато, марочный коньяк, растворен давно в блюзе полумрак. Как ты хороша, в платье от Шанель замерла душа, жив ли менестрель, распирают грудь главные слова, их понятна суть, кругом голова. Чудо, чудо, как хорош, вечер у окна, и луна, как брошь, золотом полна. Ты меня ж ждала, как любимых ждут, посреди стола счастье и уют. Осиротевшая душа, февраль потемки, там, где была ты хороша, теперь поземка, там имей, изморозь и лед, и черни очи, разлука душу мою рвет, и боль клокочет. Опустошение, пустота, немые звуки, меня распяли без креста родные руки. А зимний вечер так суров, за полквартала без объяснения и слов любви не стало. По улочкам пустым пройдусь, замять полночья, я от свободы задохнусь и взглядов сочных, от безнадёги серных фраз и будней серых, когда в глазах так мало глаз и тени веры. Ночник мигает, лист, строка, признание, время, как эта ноша нелегка, лихое время. Но не прочтешь моих стихов, листая память, озябший вечер вновь суров, потемки за... Извините, осиротевшая душа во тьме застыла, была когда-то хороша, когда любила. Свет как лун, и ночь уже как призрак плахи. А было время, был я юн, и окунался в страсть без страха. Сегодня зрелый муж ночей, не возвращая эхо в толе, судьба моя, как сон клетей. А мне бы на просторы моря, туда, где горизонт крепит, от чаек над волной парящих, где вдохновение прилип, нектаром душу полнит вящим, полоской рваной в закат, где тих вечерним полумраке, как маяки еще горят, как луговые в красном маке. Ловить в босых ногах прибой, в нем отражаются каменья, зажженный свет наперебой, горящих броское свечение, как величат ночной ноктюрн, луна в темене, словно птаха. А было время, был я юн, и окунался в жизнь без страха. Еще одно стихотворение на лирическую тематику. А вы когда-нибудь любили пространство, меря шага? Под окнами всю ночь бродили с надеждой тихой в глазах, увидеть профиль ее нежный, хоть на минуту, хоть на миг, и в грезах улететь безбрежных, туда, где чаек слышен крик, и там бродить по кромке моря, о чем-то беззаботно споря, не находя в смущении слов, в стихах поведать про любовь. А разом спорить и смеяться, вдыхая грудью теплый дождь, а после нежно целоваться, унять пытаясь в теле дрожь. А вы когда-нибудь любили, и, провожая вдаль закат, под окнами в тиши бродили, когда нелюбящие спят? Очередной уходит год, прибавилось седины хвори, сосед, что пил, уже не пьет, а отпуск снова был без моря. Без потрясений жизнь, увы,
Вокруг одни и те же лица, без пересудов и молвы, да дни перелистаны страницы, уходит год очередной, в остервенении аорта рвалась от серости такой, ведь было в нем надежда черта, там было всякого и в масть, и солнце закрывало тучи. Давай, сосед, не дай пропасть, нам выпить есть особый случай. И вспомнить молодости срок, как за Динамо мы болели, был счастьем плавленый срок, и от любви лишь мы хмелели. Я календарь перелистнул, январь грядущий манит стужей, а мне хотелось бы весной, и отражение неба в лужах. Уходит год очередной, его прожили мы не в ссоре, не пьет сосед, вот только мой, кивая на жену, мол, ссоре. Как и в поэзии развиваются, разбираются все, и вот после какой-нибудь очередной порции критики в ответ на какие-то мои стихи, вот приходят в свою очередь такие вот размышления, такие строчки. Я понял, дам Всевышним дар, не расплескать бы на пиар, не потерять бы ни покой, что душу делает другой. Зеваки точно не поймут, натуру тонкую клиня, стихосложение им не труд, не черстветь себя храня, не раствориться в суете, не отмеряя, как версты, любить. Пусть рядом и не те, но ведь внутри все тот же ты. Судьба коварна, спору нет, но лишь в один конец билет, туда, где мир волшебных фраз и зал затихший сотни глаз. Где вдохновение запал, рождает строки, ты ж мечтал пленять поэзией сердца, готов за это до конца нести свой крест. И все же да, не расплескать бы на пиар и не польститься на покой, что душу делает другой. Есть у меня целый цикл стихотворений, которые посвящены моей родине. Я никогда не забываю, что я адыг, я никогда не забываю, откуда я родом, поэтому многие стихотворения посвящены моему народу, нашим обычаям, нашей природе, вот тому, как мы жили, нашей истории. Вот одно из таких стихотворений. Небо на ладони, шапки гор седы, бьется змейка речка, чище нет воды, девушка с кувшином, черные глаза, гордые мужчины, янтарем глаза, в яблоне долины, хоженой тропой, кони рассыпаясь, чат на водопой, луговые травы в росах поутру, здесь детей с рождения учат лишь добру. Вековые скалы памятью полны, на стене кинжалы с давней той войны. Испокон адыгский здесь народ живет, за столом лишь старший голос подает. Кречет в поднебесье, кружит, взгляд востер, душу обжигает, песня как костер. Танец отражения жизни без прикрас, честь и уважение. Так живет Кавказ. Небо снеока, шапки гор седы, а в реке хрустальной чище нет воды. Девушка с кувшином и как смоль глаза. Гордые мужчины, тонкая глаза. Баллада. Ну что ты, Казмич, хмур мой друг и насторожен. Каждый звук ты ловишь, словно часовой.
в молчании с лицами свой. Сегодня непростой был день. Поешь с дороги, мой кунак, упало солнце за плетень, как сталью налитый кулак, сжимая гордый ворот, сказал: коня в бою я потерял. Был верным другом мне Булат, в сражениях много лет подряд. Делили все мы на двоих, и в испытаниях любых скаком меня не предавал. А вот вчера в бою он пал. Неприхотлив, умен и смел, делил он всадника удел. Посвист, как течи огня, хребя он выносил меня, когда я кровью истекал, его я с малого воспитал, и, подставляя грудь ветрам, он уносил меня к горам, туда, где пламенел закат, мой кабардинец, мой Булат. Ослабнув плетью, вдруг рука повисла, рана глубока. Закончив, Каспич замолчал, эмоций горец не скрывал, ведь другом был его Булат с рождения много лет подряд. Если пальцы изодраны в кровь, миг, и можешь ты в пропасть сорваться, а до цели 100 000 шагов, но не думал ты даже сдаваться. Если шквалистый ветер в судьбе с ног сбивает, но манят вершины, закалялся, не сдался в борьбе, потому что зовешься мужчиной. Если чтишь в уважении года, мудрость предков сокрыта в сединах, у адыга так было всегда. Если хочешь ты зваться мужчиной, манит сталью черкесский кинжал. Память деда, он звался Сосрука, и завет, если в драке упал, поднимайся без стона и звука. Ветер треплет вершину гор, монолитно грозны исполины. Вековой здесь закончится спор, прославляет род свой мужчины. Можно попросить выехать, ну, вас в проектор светит, да, вот чуть-чуть сюда, туда не выходить. Вот, да, вот, да, с этой стороны. Белоликие долины, словно яблони в цвету, здесь собрали исполины гор кавказскую гряду. Небо подперев ладонью, взор свой бросив свысока, мудрый Фиш обвешен бронью, монументом на века. Бродит эхо по округе, в отражение скальных стен стережет покой округи Фиш-то друг седой Аштен. Ледников играет глянец на вершинах Шехасу, солнце луч пустился в танец, заблудившийся в лесу. Здесь в урочищах косоги находили свой ночлег, полуночные дороги провожали их набег. И у края бездны в Ниге за Черкесию свою героические адыги отдавали жизнь в бою. В лету канули столетия, так воинственно лихи, время правит междометия и рожденные стихи. Белоликие долины, как невесты, все в цвету, здесь собрали исполины гор кавказскую гряду. Погасли свечи, занавес опущен, но не грусти, мой зритель дорогой. Надеюсь я, мне долгий век отпущен, еще не раз увидимся с тобой. Еще не раз зажгут, как пламень, вечер, окутав зал строгий средь тиши, прольются музы и пойдет на плечи
признание обнажившейся пушины. Вер, у тебя сегодня состоялся поэтический вечер. Мы все слушали. Было всем очень приятно, все это, очень позитивно отнеслись к твоим стихам, к твоим мыслям, которые ты озвучивал между стихами. Это твой первый сборник. Вот был вопрос, но давай повторим, наверное, еще раз. С чего все начиналось у тебя? Вот как твои первые стихи рождались? И как тебе пришла в итоге идея собрать их уже в какое-то издание и выступить на публике? Ну, я думаю, что первоисточники, так сказать, истоки надо искать лет, ну, может быть, лет 10 назад. Ну, это были какие-то очень четверостишья. Сейчас я уже, так сказать, смотрю со стороны, такие, понятно, что не профессиональные, не такого уровня стихи. Какие-то зарисовки, какие-то мысли четверостишья на листочках бумаги, ну, которые отражали мои эмоции по поводу там, каких-то вещей, происходящих в жизни. И я даже подумать не мог, что это может что-то быть, во что-то вылиться более серьезное. Вот. Но где-то, может быть, я не знаю, лет 5-6 назад, благодаря нашим как бы вездесущим сетям социальным, я обнаружил, что вот эти мои мысли, мои какие-то стихи небольшие, вот, они интересны людям, они пользуются, ну, если так можно выразиться, пользуются каким-то успехом. Вот, люди на них реагируют, пишут отзывы, комментарии, где-то положительные, где-то, может быть, даже и критические, но в любом случае идет реакция. Вот. И мне показалось, что можно попробовать как бы продолжать развиваться в этом направлении. И знаешь, ну, мы уже знакомы, я думаю, можем говорить на «ты». Вот как-то неожиданно это стало настолько необходимым, настолько, вот говорят, мое второе «я», вот настолько оно вросло в меня в хорошем смысле, что я сейчас не представляю себе жизни без поэзии, причем это абсолютно сейчас вот не хобби мое, это я даже не знаю, что я могу поставить вот сейчас на данный момент жизни, что я могу поставить на один уровень. Вот, то есть это то, чем я хочу заниматься, как я уже тут говорил, вот сейчас вот выступая. Это то, чем я люблю заниматься. Это то, что, то в чем мне хотелось бы добиться определенных профессиональных каких-то успехов. Это то, что помогает мне жить. То, что помогает, может быть, с оптимизмом или с какими-то такими мыслями воспринимать вещи, которые происходят вокруг, и не погружаться вот в этот всеобщий пессимизм, как бывает. Вот. Ну вот, хочу сказать строчками своего стихотворения, я с миром говорю стихами о том, о чем смолчать не мог. То есть вот все, что происходит вокруг, это мое мироощущение, это мое отношение, это моя философия. Вот. И вот первый сборник, да, вышел вот в прошлом году, сейчас в работе второй сборник. Очень надеюсь, что в следующем году мне удастся соединить воедино и материал, и как бы само издание, потому что это вопрос такой достаточно серьезный. Тут нужно издательство, так сказать, и так далее. Вот. Я хочу продолжать этим заниматься. Вот. Хочу сказать, что, ну, может быть, это немножко нескромно, но есть небольшие успехи. Есть какие-то конкурсы, есть лауреатство, есть, вот недавно совсем я был, это большая честь для меня, я был номинирован на премию «Триумф в искусстве», наша ежегодная городская премия, в которой отмечаются наиболее успешные люди, значит, города и края, и стоять на одной сцене с такими, ну, можно сказать, корифеями, причем в разных областях, начиная от медицины, искусства, бизнеса, спорта, политики и так далее. Вот. Было очень приятно слышать свою фамилию, невероятно гордо. Вот. Сейчас, буквально вот несколько дней назад, информация, как говорится, с горячих, это самое, вот совсем свежая, горячая, мне поступило предложение, значит, начать как бы уже потихоньку процедуру, значит, вступления в Союз российских писателей. Это я даже не знаю, с чем это можно сравнить, настолько я рад, настолько я, вот, я не хочу сказать, что это неожиданно,
потому что я думал об этом. Но я думал, что, может быть, в следующем году, когда будет второй сборник, может быть, я сам напишу какую-то заявку, или как там сейчас технические эти моменты, я точно не знаю. Вот. А оказывается, в мире есть справедливость. Оказывается, мир вот, полон приятных неожиданностей. И очень приятно, и хочу как бы поблагодарить руководство этого союза, то, что они обратили на меня внимание. И сейчас, вот в конце июля месяца, состоится очень большое поэтическое международное, можно сказать, международного масштаба, значит, мероприятие, фестиваль, большой литературный фестиваль в Тюмени, называется «Лифт», куда меня пригласили участвовать. Это большой опыт, это большая честь. Вот, и я попробую, я пока сейчас вот точно не могу сказать, дело в том, что информация прямо вот срочно, и времени мало на подготовку, но я очень постараюсь, потому что я понимаю, что это тот опыт, которого вот не набраться. Вот это общение с самыми маститыми поэтами России, вот, это просто мастер-классы, поучиться у таких корифеев, как бы, пера. Ну, вот, поэтому вот эти вещи, вот то, что что-то происходит, то, что вот эта работа дает плоды, оно не дает мне опустить руки, и я хотел бы продвигаться в этом направлении дальше. Ну а там как получится, как жизнь, да, как жизнь покажет. Ну, последок ты как-то все мною задуманное как взял и ответил, как говорится, один раз. Все мои вопросы, как мысли прочитал. Скажи мне тогда напоследок, в принципе, раз мы уже все ответили, вот твои ощущения сегодня, когда ты выступал, как оно тебе давалось, и что бы ты пожелал своим слушателям читать? Ощущения, вы знаете, знаешь, вот есть такое очень такое, мне кажется, мудрое выражение сразу после вот того, к чему ты так долго шел, наступает некий момент такого опустошения, ну, приятного опустошения. Поэтому я чувствую радость от хорошо сделанной, ну, надеюсь, хорошо сделанной работы. Я хочу поблагодарить всех тех и партнеров, которые мне помогали, и тех людей неравнодушных, которые помогали мне вот подготовить этот творческий вечер, потому что, честно сказать, его как бы подготовка заняла 4 месяца, 4 долгих месяца, пока надо было решить все организационные, финансовые и прочие вопросы. Я очень благодарен всем, вот всем партнерам. И сейчас, ну, конечно, есть очень такие ощущения, но оставлю что-нибудь для себя. То есть вот те какие-то прям совсем глубокие мысли, вот эта радость, вот это... Дело в том, что я в какой-то момент понял, что общение, живое общение с зрителем, вот без этого я уже не могу. То есть мне мало писать стихи, конечно, неприятно, когда люди читают в сетях или там книжки мои и там как-то реагируют, это безумно, конечно, интересно, приятно, но мне нужно живое, это самое, живое общение с людьми, когда я вижу глаза, когда вот как сегодня мы попробовали сделать, чтобы это был полумрак, это были свечи, какая-то вот такая лирическая обстановка, потому что я уже понимаю, что без этого я не могу. Именно по этой причине я всеми силами пытаюсь там продвигать какие-то проекты, связанные с общением там со студентами, со школьниками, а со всеми людьми, неравнодушными к литературе, к поэзии. Поэтому мне это нужно. Вот как глоток воздуха, я без этого не могу. Поэтому вот это задуманное сегодня, и то, что оно прошло, и я надеюсь, что всем гостям, читателям, пришедшим, понравилось. Поэтому удовольствие чувствую, хорошо выполнены, надеюсь, работы. Удачу от зала почувствовал? Ну да, конечно. Иначе бы не получилось. Если бы ты попытался понять, как выглядит твоя душа, как бы ты ее изобразил? Как угодно. Это предмет, это явление, это чувство. Какая она, твоя душа? Серьезный вопрос. Все, что вы говорите. Я геометрически или как-то там, скажем, вот как-то ее вот понять, изобразить, наверное, сложно сейчас как-то какую-то форму облечь, я бы так сказал. Единственное, что я могу сказать, есть у меня стихотворение, одно из самых ранних, оно, честно сказать, не самое безупречное, но там есть такие строки:
А если бы кто-нибудь заглянул мне в душу, то понял бы, какая она. Там есть шрамы. Там есть какие-то, наверное, не очень нравящиеся мне какие-то уголки, может быть, даже темные. Вот. Там есть светлые пятна, безусловно, от каких-то вещей, происходивших и происходящих в жизни. Вот. То есть она разная. Но единственное, что я вот уверенно могу сказать, она неравнодушная. Она, конечно, как любые, вот любой человек, говорят, в нем есть и хорошее, и плохое. Но хороший человек отличается тем, что в нем хорошего заложено больше. И он не дает тому, скажем, ну, не совсем, так сказать, хорошим каким-то качествам, не дает возможности раскрыться в полной мере. Поэтому она неравнодушная. Она реагирует, даже излишне, может быть, реагирует на какие-то вещи в жизни происходящие. Вот. И она ранимая, наверное, несмотря на мою, так сказать, внешнюю, может быть, какую-то непробиваемость. Вот. Она разная. Я думаю, что она разная, но не равнодушная. Последний маленький вопрос. А если говорить о стихах, какой дух у стихов? Может быть, это даже любая ассоциация. Дух, душа стихов. Ну, вот считается, но это не мое мнение, вот так вот как-то мне говорили, считается, что как бы мне больше подходит, ну, скажем так, образ лирического такого автора, вот, но мне абсолютно интересны и нравится писать и какие-то философские, значит, моменты, и я интересуюсь и историческими моментами, и, конечно, стихи о своей родной Адыгее, вот, поэтому, ну, даже не могу сказать, какие они. Пускай на этот вопрос ответит зритель, пускай на этот вопрос ответит читатель. Я принимаю любую, как бы, любую точку зрения с благодарностью и даже критическую, потому что это то, что позволяет двигаться вперед, это то, что показывает, куда надо двигаться вперед. Поэтому пускай об этом скажет зритель, читатель, люди, которые читают мои стихи. А я соглашусь. Ждем ваших комментариев. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Виталий. Спасибо большое.